Здравствуйте, друзья! С вами компания Арбат Хоумс и я Елена. Я новый менеджер компании. Я приехала из Украины, город Харьков. Мне очень нравится работать в сфере недвижимости, чем я, собственно, и занималась у себя на родине. Еще я очень люблю общаться с новыми интересными людьми, путешествовать. И я просто обожаю море, солнце и фрукты. Турция объединила в себе все мои хотелки. Именно поэтому я здесь, в замечательной компании Арбат Хоумс, которая за долгие годы работы сумела создать себе репутацию надежного партнера, друга и помощника абсолютно для всех, кто хоть раз с ней встретился. Сегодня мы находимся в городе Газипаша, на востоке Аланийской области. Здесь находится одноименный аэропорт, который принимает не только внутренние, но и международные рейсы. Сам аэропорт находится в очень живописном месте и, что важно, со всех сторон окружен горами, поэтому местных жителей совершенно не беспокоит шум самолетов, которые заходят на посад с другой стороны горного хребта. Отсюда до Алании 40 километров. Газипаша – относительно тихий район. В окружении Тавских гор он известен своими апельсиновыми и банановыми рощами. Также здесь выращивают единственные в мире гранаты без косточек. Здесь совершенно отсутствует промышленное производство, поэтому эта местность является одной из самых экологически чистых в регионе. Кроме того, надежно защищенная от северных ветров горным хребтом, Газипаша является одним из самых теплых мест в Турции, что особенно важно в зимний период. В окрестностях города находится достаточно много достопримечательностей, например, пещера Кизелим или же развалины нескольких античных городов. Древние руины интересны не только с исторической точки зрения, но и как точки построения трекинговых и просто пешеходных маршрутов в выходные дни. Возле Газипаши есть очень красивый пляж Кору, где камни и плиты образовали естественные бассейны с потрясающе прозрачной водой, в которых никогда нет волн, и поэтому там можно купаться в любую погоду. Но самым известным пляжем Газипаши является пляж Селинус. На этот пляж приходят откладывать яйца черепахи Карета-Карета, которые занесены в Красную книгу. Места их гнездования охраняются государством, поэтому застройка в прибрежной полосе строго регламентируется. И тот комплекс, о котором мы сегодня будем говорить, это самая ближайшая постройка. Наш замечательный комплекс премиум-класса состоит из двух шестиэтажных блоков. Здесь будут апартаменты планировкой 1+1 площадью от 50 до 62 квадратных метров, 2+1 площадью от 80 до 107 квадратных метров, дуплексы 3+1 160 квадратных метров и 4+1 площадью около 260 квадратных метров. Инфраструктура комплекса включает в себя абсолютно все, что нужно для комфортной жизни. Это сауна, хамам, спа, зоны отдыха, бильярд, детская площадка, открытый бассейн, баскетбольная площадка, беседки и многое-многое другое. На территории комплекса есть открытая парковка и автономный генератор электричества. И все это буквально в шаговой доступности до моря. Также рядом с нашим комплексом есть вся необходимая городская инфраструктура. Это сетевые магазины, аптека. Здесь рядышком находится школа, детский сад, а ближайший маркет и ресторан находятся вот прямо в 20 метрах от комплекса. А центр Газипаши очень красивый. Здесь вы можете пройтись по крупным сетевым маркетам, зайти на базарчик, а вечером просто прогуляться по вечернему городу, посидеть на скамеечке, подышать свежим морским воздухом и насладиться видом потрясающих Таврских гор. Если вас заинтересовал наш объект, если вам пришелся по душе город Газипаша, звоните по телефону на экране или же заходите на наш сайт Арбат Хоумс. До новых встреч, друзья!